Всем привет! Сегодня 10 октября. Прошлую неделю я пропустил. Там были дожди, короче, до выходных. А куда поехать на выходных я просто не придумал. Надо был асфальт. А все асфальты объезженные. Просто так ехать тоже не хотелось. И ничего не снимать. Так что я решил пропустить. Ну а сейчас еду тоже небольшую поездку. Традиционный осенний мой маршрут по Никопольскому району. 66 километров. Ну, он мне уже, правда, порядком надоел, потому что я обычно в последнее время по нему возвращаюсь домой, когда еду с села, так как электрички не ходят. Вернее, ходят, но не ходят утром и вечером. Утром в 5 часов, вечером в 6. Мне что так не подходит. И вот поэтому, понимаю, в последнее время я возвращаюсь домой. Ну, я, конечно, сегодня хотел по другому маршруту поехать. Но тоже решил сократить маршрут, потому что ветер. Все время вот это что еду, ветер. Сильный, холодный. Надоел он уже порядком, так что я решил сокращать. Снял перчатки, наверное, буду опять одевать, потому что холодно. Велокомп пишет 9 градусов. Он даже зимний свой капюшон надел, чтобы горло не простудить. А так как-то еду. Кофта наша делать. Зима все-таки скоро. Так, значит, что там у меня сегодня будет? Только что было Шолохово, а дальше будет Хмельницкое, Александровка, Таврийское и Паршатравная. Коротенький маршрут. Сейчас я еду вдоль берега реки Соленой. По ту сторону ландшафтный заказник Богдановский. Река Соленая полностью пересохла в этом месте. Ну и слой, конечно, водой наполняется. Короче, молодец. Одну камеру не включил, хоть на вторую писал. Да, прохладно, ужасно. Снимать я, в общем, буду немного так. Чуть-чуть засниму. Расскажу также, что я с велика взял, потому что в прошлой поездке, ну, как-то уже под конец поездки не было желания. Но в этой, думаю, так примерно покажу. Потому что тут кое-что поменял. Руль, видно, поставил. Тот, что у меня на другом стоял. Но об этом чуть позже. Заехал на горочку. Вид тут хороший. Ну, видно, такое что-то типа дымки. Тут уже скоро будет и Хмельницко. От Шолохова недалеко ехать к нему. Притом по такой интересной дороге. Сворачиваю на Хмельницкое. Кстати, сороковник я проехал. Остается вообще тут 6 километров.
село, кстати, не маленькое. Довольно-таки протяженное. И такое чувство, что оно состоит из двух-трех сел. Может, раньше тут несколько сел было. Ух ты, что-то стрельно. Потом объединили. Но это я не знаю точно. Потому что там не холодна сейчас была. Сейчас вторая вот. И чуть дальше третья будет. Так, направо, если, наверное, будет Орнянская. И дальше Покров. А налево продолжение села. И дорога туда, куда мне надо. Ну, сюда я и поеду. Да, дальненько тумана не было. Правда, не такой густой, как в прошлом году, что мы ездили. Ох, часто тогда туман был. Такой густой. А это, наверное, первый раз или второй, что я так попал на туман. Да и побольше лобинку смахнули. При выезде из села повернул направо. Если прямо ехать, то даже не помню, что там должно быть. То ли село Степное, то ли еще что-то. По-моему, Степное. Никопольского района. Симпатично тут ехать в такое время года. Листья желтеют уже. Да, быстро время летит. В этом году я много где не поездил, где хотел. Может, еще будут теплые деньки. И без ветра желательно. Вот уже Александровка. Да, туман есть. По-моему, гуще встает. Ну, хоть какое-то разнообразие. Дорога убитая в селе. И это, можно сказать, трасса, блин. Не какая-то там улица. Хотя в селах улицы сейчас лучше, чем по трассе ехать. Хоть что-то делает, ремонтирует. А тут же не гавкай. Собака-то большая была, когда-то меня тормознули втроем. Вот еще одна тут и есть. То я с ними батончиком делился, то мне пропустили бы. А лошади такие у них. Там, блин, отвалы все в тумане. Ну, в принципе, все село тоже есть и дома разрушены. Вот, например, население небольшое. Дальше не помню, то ли Марьевку проеду, ну и так пролечу-то и все. Так, 48 километров есть. Можно покушать батончика. Тихо, куда ты поехал? Да ехать дальше.
спать тоже хочется, не выспался. Никак. Такой батончик прикольный, орехи. Что тут еще есть? Арахис. Грецкий орех. Вишня сушеная. Насинья чиа, даже не знаю. Ядра мигдалю. Короче, в основном ореховый батончик. ВТБ продаются. Прикольно, дают энергию, чтобы можно было дальше ехать. Сегодня даже есть ничего не брал, одни батончики. 67 километров-то проеду. Хотя изначально должен был ехать 85. Ну так подумал, решил, что не стоит это делать. Вроде Марьевка называется это село. Ну, в любом случае будет видно, я напишу внизу. Опять горка сейчас. Брусчаточка вот такая тут есть. Я как-то раньше не замечал. Это ж она интересно ведет. Ехать по такому удовольствия мало. Но все равно интересно. Там риска началась. Там за селом вообще будет такая горка. Ой, как я не люблю. Крутая, длинная. Аист был. У нас по пустолу тоже ходил когда-то. Я снимал. Прямо в центре. Вот нормальный магазин открытый. Я, блин, когда возвращаюсь, то он вечно закрытый. Прямо воскресенье не работает, как я знаю. Уезжаю на трассу основную, которая ведет до Чкалова. Сейчас мостик будет тут. Через реку Соленая, которая, как я говорил, пересохла. Унылое зрелище. Сейчас будет вторая часть села. И потом та горка, что я не люблю. Хотя обратно с нее приятно так и ехать. Но обратно будет завтра. Тоже буду возвращаться этой дорогой. Завтра, конечно, будет получше. Улица Соленая называется. Наверное, в честь реки. Вот и окончание села.
Энердо последний раз снимаю тут маршрут, потому что сильно часто тоже как-то не показывать нечего. Сразу тут, короче, есть участок, называется Uphill Жёлоб. Ну, наверное, из-за того, что тут дорога как бы в желобку проложена. Красиво, необычно. Да, ну горочка тут, блин, крутая, конечно. Вот еле еду. 13 километров в час, блин. Сейчас сворачиваю на, пожалуй, самую интересную дорогу по маршруту, которая, опа, приведет меня к селу Захерному. Блин, рубают, зараза. Деревья-то рубают. Как-то прорядили тут вообще. Что тут, я уже проехал 58 километров с половиной. Осталось не так уже много. Вернее, осталось мало. Сейчас где-то тормозну. Расскажу, что я с великом сделал. А дальше пойдем. Вот вырубают. По-моему, не было такого в прошлый раз, когда я тут ехал. Так, ну вот. Мой бывший Нанер, теперешний типа гибрид. Ну, на зиму Нанером снова станет. Что я с ним сделал? Значит, заменил руль. То есть снял с трека, поставил сюда, потому что на треке уже конкретный износ цепи, кассеты. Ну, я так чувствую, передних звездочек. Покупать что-то на замену пока не было финансов. Так что я сюда решил прикупить покрыхи и переустановить руль и сделать пока основным велосипедом. Руль сюда стал, в принципе, очень хорошо. На удивление, мне понравилось. Может, даже он тут и будет стоять, не знаю. Покрыхи я уже показывал, в принципе, в прошлом видео. Continental Ride Tour. Бюджетные, но надежные покрышки. Крючок не нахватал, вроде. В прошлой поездке 12 на переднем колесе и 8 на заднем колонцо словил. Они выдержали. Протектор тут такой дорожный. Не сказал бы, что это полуслик. Чисто дорожный протектор. Ну, отлично. Отлично едет по грунтам. Хорошо едет по грязи. В прошлом году, когда мы на Херсонщину ездили, на Фольксвейна и штольни. В ноябре, по-моему, было, или в октябре, не помню. То в конце поездки мы попали в довольно грязные грунтовки. И они показали себя просто отлично. Конечно, грязь, да. Грязь наматывалась. Ну, ехалось нормально. По асфальту тоже, в принципе, хорошо. Не жестко. Можно, конечно, накачать до предела, чтобы было жестко. Но, в принципе, и так неплохо. Тут я сколько? 50-50, по-моему, накачал. Из максимальных 80. Ну что, комфортно ехать, хорошо. Мне нравится. Думал, будет жестче. А решил, значит, сменить смарт-семы из-за того, что они, заразы,
кололись даже от самой мелкой колючки. Да, они комфортные, они мягенькие, на них ехать приятно, проходимость хорошая, по асфальту даже так нормально, но они так колятся, это не передать. Даже если бы у меня, не знаю, герметик был, не знаю, сколько туда герметика надо, потому что не поеду, блин, несколько колючек, мелких при том, типа от шиповника, что-то такое, мелкая акация, они уже все, пустые. Лимянница даже по двору ездила, и то колючки собирала. Так что этот вел у меня в основном был со спущенными колесами. Мне это порядком надоело. Думаю, да ну я его в баню куплю, проверенные покрыхи. Они меня, в принципе, никогда не подводили. Ну, купил довольный. Дешево и сердито. Так, ну тут поворот уже на грунтовочку. Я до Західного не доеду, я немного раньше сверну. Тоже отрубают. Ну сволочи-то и все. Что это такое вот, а? Скоты, блин. Кстати, еще замечание по рулю. Я в прошлый раз ехал, то он у меня был в таком положении. То есть, ну, горизонтально, можно сказать. Чуть-чуть, самую малую сверху поднят. В этой поездке я решил его немного поднять. Блин, еду, думаю, ну что такое, вообще неудобно. Кисти затекают. Проехал-то километр сколько, ну вот это выехал. С Хмельницкого остановился, снова опустил. Другое дело. А кисти вот так вот как-то выгибались. Вот. В таком положении нормально. Тут тоже надо рассчитать угол, при котором будет удобно ехать. Сюда, что ли? Ой, туманчиков сколько. Красота. Ну тоже разнообразие, приятно так. Это если он часто, этот туман, то, конечно, надоедает. А так, еще не сильно густой. Да ветер такой, ехать невозможно вообще. Надеюсь, завтра будет в спину. Ну, грязи чуть-чуть. Показывает, что покрыхи прут по грязи, я не полезу. Что-то нету настроения. Что лучше это все дело объезжать. Грунт тоже мягкий. Тут, может, совсем недавно дождик был. Потому что чувствуется, что немного подгрузаю. Самую малость, но скорость упала. Красивое зеленое поле, октябрь месяц, село Західное, объехал его стороной, ставок кто-то видно, блин, а как же его называли, ё-моё, дай бог памяти, Дурасевка, да вроде Дурасевка, точно. Забываю потихоньку. Уже почти приехал. Осталось 2 километра. 8:49. Ну так можно сказать, не спеша ехал. 5 выехал. 4 часа еду. Так, ну что, на этом я, наверное, буду заканчивать. Да сколько ж тут грязи может быть?
Хоть не всю дорогу, то было бы обидно. Пришлось бы на Чкалово ехать по асфальту. Что, буду заканчивать, в общем. Вот практически приехал. Поездка такая сегодня. Сонно-расслабляющаяся. Ветер. Хотя ветер, конечно, да, дал прикурить немного. Но в основном на расслабоне. О! О! Теперь уже будет полегче немного. Ну что, всем пока. Будем смотреть по погоде, потому что осень. Кто его знает, что будет. Дождь, не дождь. Не ветер, не ветер. На то она и осень, в общем. Так что это будем смотреть. Буду кататься, не буду. Завтра, как я говорил, буду возвращаться этой же дорогой. Если будет ветер в спину, может и на Покров поеду. Ну, в общем, посмотрим. Так что на сегодня все. Всем пока. Надеюсь, до скорого. Все. До встречи.